What's up, YouTube? Меня зовут Вова, и вы на канале Apple High Tech. Вчера вечером, 5 марта, вышла новая бета-версия iOS 11.3, 4 по счету. Сегодня же в этом видео я вам расскажу, что нового в данной прошивке, и, конечно же, по традиции, стоит ли устанавливать. Также прогоним iPhone 7 и iPhone 5s Vantutu и сравним с результатом прошлой беты. Так что, думаю, будет интересно, давайте начинать. Поехали! Итак, когда я вчера увидел размер данной прошивки, подумал, что Apple решил нам подогнать уйму новых крутых фишек, ибо обычно на разные багфиксы у них хватает и 100 мегабайт, а тут плюс-минус 400 мегабайт в зависимости от устройства. Но, к сожалению, что-то пошло не так, и в принципе завезли только эти самые исправления системы. Конечно же, они важны. Во-первых, у меня теперь не бомбит от экрана блокировки. Если вы смотрели мое прошлое видео, то помните, что я столкнулся с небольшой проблемой. Обои, даже стандартные, были размытыми на экране блокировки. Сейчас же все поправили, и картинка, как и раньше, радует глаз. Самое интересное, что об этом недочете не писало ни одно издание. Также некоторые ребята могли столкнуться с проблемой, что их айфоны на прошивке 11.3 бета 3 компьютер не мог распознать, а соответственно не было и возможности откатиться с данной прошивки. Сейчас же все окей, и в настоящее время с 4 бетки можно спокойно откатиться на релизную 11.2.6. Также самое важное новшество — это то, что приложение книги в предыдущих версиях 11.3 переименовали в Books, а теперь в 4-й бете вернули iBooks. Я думаю, теперь с данной инфой вам станет жить легче. Еще кто-то сообщал, что изменили иконки заметок, контактов и напоминаний, но я, если честно, вообще не нашел отличий. На этом изменения по-большому закончились. Если честно, это вызывает у меня небольшое негодование, ибо несмотря на все доработки системы, она по-прежнему пустовата. Например, почему эти товарищи из Купертино не добавят нам, счастливым необладателям iPhone 10, новых Life обоин? Почему я должен довольствоваться вот этими тремя однотипными картинками? Мало того, что вы их не добавляете, так еще и сперли те, что были раньше. Их в iOS 10 было гораздо больше. Вот, например, была такая Life обоина с рыбкой. Также я хочу предъявить Apple за Control Center. Конечно же, вы красавчики, что наконец-то позволили его хоть чуть-чуть кастомизировать, но блин, большинство вот этих кнопочек просто бесполезны. Почему бы не сделать больше разных функций для панели управления? Зачем мне этот бесполезный гид-доступ? Зачем мне лупа? Непонятно. Ладно, можно продолжать долго, поэтому переходим к пункту, стоит ли устанавливать. Естественно, да, если у вас уже стоит iOS 11, а если еще и бета-версия, то делайте это прямо сейчас. Хуже точно не будет. Если же у вас iOS 10, то тут 50 на 50. Вы или чуток жертвуете производительностью в пользу новых фишек, или кайфуете вместе со своим производительным айфоном. Другого не дано. Хотя на том же iPhone SE 6s и выше вы и не заметите разницы в мощности вашего гаджета. Кстати говоря, и про обновления. Многие ребятки заметили, в том числе и я, что данное обновление устанавливается очень быстро. Даже когда я обновлял 5s, это заняло минут 7. Предыдущие версии iOS 11 устанавливались значительно дольше. Ну и под конец протестим этих ребят в Antutu. На прошлой 3-й бете iOS 11.3 результат на iPhone 7 составил почти 164 тысячи очков. В же раз мы получили 162 тысячи, а на iPhone 5s в прошлый раз было 58 257, а в этот же раз 58 641. Опять же, это подтверждает тот факт, что данная прошивка не навредит вашему устройству. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, если данное видео было интересно для вас, то конечно же ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании, добавляйтесь ко мне в друзья и увидимся в следующих роликах. Пока-пока.